Подъезды Химок становятся ярче. В доме по Юбилейному проспекту на стенах появились достопримечательности городского округа. Знаменитые противотанковые ежи, достижения ракетостроения и гордость космической отрасли «Луноход». Художник Андрей Плотников над украшением стен трудился 5 дней. Работа кропотливая, много цветов, оттенков, мелких деталей, да еще и краска должна высохнуть. В данном случае применялся проектор, с помощью которого изображение проецировалось, прорисовывалось, а потом уже раскрашивалось. Остальные вещи создаются с помощью светотени. Естественное падение у нас света идет от окна, и тень получается от объекта задать в эту сторону, то получится дополнительный еще объем. Очень нравится, очень разукрасили подъезд, стало необычно, очень уютно. Все нравится, очень красиво. Мне кажется, очень персонально сделано. Подъезд действительно преобразился к свежему ремонту, который сделали в прошлом году по программе губернатора «Мой подъезд». Добавилась оригинальная роспись стен. Теперь подъезд может смело участвовать в ежегодном конкурсе за звание лучшего. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.